Водителю этого легкового автомобиля, можно сказать, повезло, отделался царапинами. А вот капот машины после столкновения на большой скорости с микроавтобусом в смятку. Что произошло-то как? Выехал, воткнулся. Он в вас, да, получается? Никакой, что ли, пьянущий? Не знаю. Я не обращал на это внимания. Так а вот кровь гляжу, помощь кому-то? Че? Кто-то пострадал у них, что ли? Нет, вон все. Все живые, все нормально. Все хорошо себя чувствуют. От госпитализации горе-водители и его друг отказались. ДТП произошло на обратном пути из магазина, где деятели купили селедку, которая многими считается хорошей закуской. Что-либо вразумительное рассказать рулевой не смог, ограничился только жестами, демонстрирующими свое неприятие враждебному миру. Вы к чему за руль-то в таком состоянии сели? Это что такое означает? От освидетельствования на содержание алкоголя водитель отказался. Теперь мужчину, скорее всего, лишат водительского удостоверения на полтора года. Анастасия Кочнева, «Время новостей».